К другим новостям. В Тирасполе прошла отчетно-выборная конференция Ленинского коммунистического союза молодежи. Приднестровский комсомол – одна из старейших молодежных организаций республики. Еще в 92-м студенты госуниверситета возродили ее и активно участвовали во всех значимых для государства событиях, говорили на конференции. Комсомол принимал активное участие в политической жизни республики, активно боролся с несправедливостью, занимался общественными мероприятиями, организовывал молодежные слеты. Активность сегодня участвует в международном комсомольском движении, которое сегодня действует на территории бывшего Советского Союза с центром в Москве. Единогласным решением комсомольцы избрали первого секретаря Центрального комитета организации. Им стал Евгений Толзавану. Мы хотим, чтобы у нас была сильная экономика, чтобы люди могли получить образование, хорошую работу и справедливую заработную плату за свой труд. Комсомольцы Приднестровья вместе с Приднестровской коммунистической партией будут бороться за счастье нашего народа и за права каждого отдельного человека в нашей республике.